Был такой в Ленинграде тренер Виктор Алексеев. Он так говорил, что если не попробовал себя тренер во всех видах, а сразу будет тренировать по своей специализации в одном виде, он не будет знать легкоатлетики. И будучи на конференции, будучи в Ленинграде, услышав это, где-то в 70-е годы, я понял, что мысли правильные. То есть взял за основу его мысль, стал работать в виды. Но виды любимые такие, длина, тройной, вот длина тройной, и свои любимые, сам средний вид. Средний, начиная 400, длинный спринт, и 800, и полторы. Поэтому мысль его такая, если ты не попробовал все виды, ты в своем, в одном виде потом будешь специализироваться, не добьешься. То есть, познав все виды и в каких-то, в одном, в двух видах, ты добьешься. То, что я и взял за основу.